описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свой. Эй, вы на дрезине! Глуши мотор! Не двигаться! Назовитесь! Ми фашистен! Приехать захватить ваш станция! Ульман! Ты что ли? Повезло тебе, что Иван Петрович тут нет. Он бы твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду его с черной. Ну ладно, проезжайте. Наконец-таки, Артем, почему даете головой забраться до полиса? Через сторону ему только пришлось пойти, чтобы он добрался до полиса. Это реально очень круто и классно. Все здорово, вы на канале Ведьмак, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру в метро. Мне пошли до 14-й серии игры под названием Полис. Прикольненькая серия получится, я думаю, как в принципе все предыдущие, которые до этого были серии. Они очень были классные, прикольные и интересные. Поэтому всем желаю приятного большого просмотра. Да уж, прикольная станция Полис, ничего не скажешь на самом деле, а я думаю, более-менее так, знаете, освещение настроило, вебку тоже, в принципе, меня хорошо видно, ну, зачем меня прям полностью было видно, а? Так вот, главное, чтобы рот был видно, и лицо, а все остальное так пойдет. А сейчас теперь она будет с Меликом встретиться и сказать ему все, что мне надо было ему сказать, то что диван, ладно, наша пошли. Станция, это будет них очень плохие, и, в принципе, не только у нас. Пошли, Артём. Мельник ждать не любит. Ага, понял тебя, Ульман. Не любит. Ничего, подождёт. Да вот. Прикольная такая станция, сказать. Как главный штаб, полис. Поэтому все нормально все. Так, что у нас патрончики купить можно? Вау. Ух ты, нифига себе. Это... Опа. Добро пожаловать в полис, капитан Краснов. Вы к нам издалека, да, молодой человек? Да. Откуда именно? С ВДНХ. Он с ВДНХ. Что же он сам говорить не может? Слушай, капитан, парень впервые в полисе. Тебе лучше не знать, через что он прошел, чтобы донести послание Хантера Мельнику. Так что давай без этой твоей фигни. Ладно, переодевайся. Вот одежда. Вы можете оставить свою амуницию тут, ничего с ней не случится. Ты передохни пока, Артем, а я разыщу Мельника. Надеюсь, он не на задании. Да, Ульман, и не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Нужно деактивироваться. Да не забуду. Забудешь с тобой, как же. А то смотри, двухголовые детишки родятся. Идиот. Понял. Вадик, сейчас заметку себе возьмем. Здорово. Вау, у них еще компы есть. Прикольно, ничего не скажешь. Вадик, я возьму заметочку. Чайка еще не будем ее, но тут много чего интересного. Да, вот надо будет со второй части метро, случайно надеюсь, начать уже читать заметки, а? Чтобы было еще намного интереснее играть. Опачи, привет. Я в туалет хочу. Да подождешь, раньше надо было, а пока подождешь. Прям ну, мои все. Папа. Никаких ну. Вот блин. Я просто ждал их на черной. Кстати, фашисты ее все-таки захватили. Явно подползают все ближе. Налетай, разбирай. А ну давай. Что там у тебя есть? Секрет вообще. Где он? Товарищ полковник, докладываю. Есть предложение, скидки, Артём? Лучшие пушки, я лучших мастеров. Рассказывай. Сюда. Да ну ладно, сейчас тебе потом патроны купим. Патрончики купим потом. Думаю, Мелик не поверит, а? Да, и опять как он выглядит в первой части, а? Офигеть. Все ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им все расскажешь. Все члены совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседаний. Повторяю, всем членам совета просьба собраться в зале заседаний. Проводи парня в зал заседаний. А, вот он зал заседаний. Блин, что, походу я не успел купить себе патроны. Ну вот на кой ты так накидался, братан? Ого. Нифига себе зал, подожди. Подожди. Вау. А что ты рисуешь? Прикольненько. Понятия не имею, что это.
Ну, прикольно. Ого, о, чувачок, прикольный, кивачки у тебя, класс. Респект тебе. Привет. У нас вот как-то тоже было. В общем, накатили. Ай, бухнем. Нормально так накатили, только шурачки. Давай. Бухнем. За выполнение задачи. Главное, если мы выполнили. Это еще не финальная серия. Короче, мне набухались, но решили добавить. Опа, спасибо. Третий. Получилось снижение. Прикольненько, прикольно. Ай, как обычно, блин. Что там, блин, у нас, блин. По-моему, на станции забыл, какой был бухой. Так же, как этот, блин, нажался. Что здесь? Это хоть не упал. И тут так прикольненько сделали на самом деле, а. Я когда играл в предыдущую серию, обмил пост на Metro, а не Linux. Блин, там такого не было. На самом деле, Metro реально очень-очень Linux классно сделали, а. И улучшили, прям так по графике, по освещению, просто реально класс. Пойдем. Вау. А, вот зал совещаний. Нихера себе, сколько их. Подождите. Дайте я скажу. Так, тут пока сюда нельзя. Зона особой опасности. А, все, понял. Ладненько, пойдем. Нет, прикольненький бар, на самом деле. Давайте поговорим. Дорогая власть. Нихера себе, сколько времени прошло, с ней болтаю, блядь. Что-то на 5-6 прошло. Охренеть. Невероятно. Артём. Не верю, что совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусость. Но Полис еще не все метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных. Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Т-6. Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Это очень опасное место. Но в ней есть тайный военный архив. Нам нужно туда попасть. Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперед. Доберись до входа в библиотеку, я буду ждать тебя там. Да, и вот еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. Окей, мельник, подожди, я заметку возьму. Двинули. Подождите. Все, все заметки нашел в полисе. Круто, реально, а? Главы эти, блядь, полиса. Ублюдки еще те, блядь, сука, отказали в помощи, а? Как обычно, власть гандоны. Не, здесь, конечно, нормальная власть, но эти гандоны. Маленько. Не знаю, серия... Я не думаю, что серия сейчас завершится. Она слишком короткая будет, если она завершится реально на самом деле, а? Маленько, я пошел. Опять выхожу на поверхность. Решение совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город. Искать секретный командный пункт. Да уж, да, еще каким стало, блин. Так, противогазик. Пойдемте, наша серия еще не завершена. Будет зваться полис. Либо аллея. Полис и аллея. Вот это одна серия, 14-я. Слишком короткая была бы на самом деле серия, поэтому нафига сделать ее короткой. Я эту серию завершу. Вот, ёб твою мать. Миссия, тогда уже будет 15-я потом серия. Охренеть, а. И пальчик, как говорится. Надо будет что-нибудь тут поискать. Может быть, даже что-нибудь найдем. Смотрите, какая прикольная пушка, реально. Прежде серия мне дал ее Ульмана. Еще, походу, опять один, да? Да уж. Получается, смысл я вообще... После какого смысла не было мне переться на самом деле в полис? Еще новые ублюдки мне сказали, а? Это с той стороны мельник, зато поможет мне. Да уж. Это прикольно. Ёп, струй медь. Ого. Да, аптечки мне еще как нужны. А, нет, не нужны, значит у меня не есть. Вот я оханулся, чё, в той серии, блин. Опа, а, опа, новый противогаз взял, круто. Я оханулся, что забыл себе... Ну, не думал, что я обратно не вернусь и забыл себе патроны пополнить, а.
Потому что у меня на самом деле, походу, их так много. Да, уж ладненько. Нам получится сюда же попасть, да? На аллею. Мпа. Красиво, ничего не скажешь. Люблю вот такие вот миссии в играх снежные. Ух ты. Только куда мне идти, а? Вау. Это реально на самом деле очень красиво. В то же время и очень опасно. Да уж, прикольная на самом деле серия получается. Офигеть, а. Блин, а. Я люблю эту игру, а. Эти горячие выпускать, в принципе, буду так часто вам говорить. Всем вам спасибо огромное за поддержку меня и моего канала, за ваши лайки, комментарии. О, это моя заметка. Огромное вам за всем, всем за это спасибо. Так, тут надо будет найти мне, получается, две заметки, да? Это, получается, я просто объединил одну серию, потому что полис, что была бы короткая серия. Поэтому, честно говоря, это не будет, полис и аллея. Да. Я думаю, кто игры проходил, кто метро проходил, я не думаю, что они сделали полис, а потом дальше не записывали. Ё-моё. Сука, не до добра заведет мне их кричание. Ух, ё-моёшкин, да. Не, прикольная пушка, но реально прикольная. Вроде бы пока всех кокнул, а? Упари. Хорошо, огромное всем спасибо за поддержку меня и моего канала. Правда, вы очень помогаете развитию меня и моего канала. Вообще, просто вам огромное всем спасибо, мои новые и старые подписчики. Реально. Огромное всем спасибо. Так, ладненько. Прикольненько серия, на самом деле, получается. Вау. Классный газель выглядит. Прикольненько так. Реально. Вас создали прикольно. Ну-ка, смогу я забраться наверх? Не, хераз два, да? Ну ладно. Жаль. Но я думаю, я в правильном направлении иду. Хотя можно просто по карте посмотреть. Ну да. Так, ну-ка, наша цель вообще какая? Поезд я уже добрался. Так. Путь в D6. Ну это же следующая будет серия. А сейчас аллея встретится с мельником возле здания библиотеки, извините, а. Просто там плохо закрываю штучка, поэтому я так хреново прочитал. В принципе, фильтров у меня на 15 минут, а птичек полный боезапас, поэтому пойдет, все нормально. Ваненька, давайте, как говорится, дойдем до библиотеки. Ёбство иметь. Ёб-моё, демон, иди ты нахрен, а. Прикольненько, конечно, красиво, но иди ты нахрен, сука. Ой, ёб-моё. Да ё-моё. Сука, мне противогаз повредил, а. Фух, блин. Вовремя я успел уйти. Блин, жалко противогаз, а. Тварь. Маша, фонарик надо подзарядить. Сука, сука, поменял противогаз. Он мне, блядь, его поимел, а. Ублюдский ты упырь, а. Ладно. Демон, демон. Ух ты. Ёб, опять глюки. Офигеть, что? Он здесь давно уже находится, охереть, а. Чуть малеха испугался, на самом деле. Если как с другим, но мне метро очень нравится. Вообще прикольная, на самом деле, интересная игра, честно. Особенно Ридокс просто вообще так обновили, прям. Я отыграл первую часть просто, ну, обычную метрошку. Блин, тут реально много чего прикольного добавили, а. Улучшение графики, блин. Оптимизация всяких тайников. Мутантов. Ну, мутанты, в принципе, были, я имею в виду, их апнули, лучше сделали, а, реалистичней. Блин, освещение, в принципе, говорил. Всяких других прикольных штучек в метро добавили. Вообще, очень прикольно, много чего интересного сделали. Поэтому Metro Redux, реально, получился прикольненько, игрушка. Опа, растяжка. Давайте паутинку сожгем. Надо будет еще одну заметку найти, а. Полисе мы две заметки нашли, это круто. Так, давайте... Опа, чтобы не подорваться. Ого, его прям сожгли походу, потому что, блин, так красный, красный. Да, явно сожгли, прям кожу как будто содрали, так вот, пипец, в общем, устроили. Я думаю, вот так прикольненько, нормальненько я сел. Кушки куда нам? Ага, ушки, понял. Нет, сами посмотрите, прикольненько получается на самом деле, да? Красиво, правда, если было бы все целое еще. Да, у нас, в принципе, серия получилась такая вот. Прикольненько. Поужиться, блин! Вою налево! Вот я вошёк, а. Пипец, я ваш шарик, а. Не посмотрел ни хрена по сторонам. Ё-моё, всё рушится на глазах. Надо быть внимательнее. Паутинку. Заметки тут нет, а.
Ебать, реально. Все на глазах рушится, я охерел. У меня, блядь, гребаный камень упал, а. Я вроде бы отошел, да, а на самом деле ни хрена. В общем, полный писец. Так, тут у нас все ржавое. Противогаз у меня более-менее целый. Так, аккуратненько. Заактивируем. Патрончики соберем. И пойдем. Да уж. Аккуратненько надо быть. Сейчас нам фонарик уже не нужен. Охереть, блядь. На самом деле, охереть. Чуть не прибило вот эта херня меня. Ебать его, охренеть, а. Теперь на глазах рассыпается. Реально, чуть-чуть бы прицепикал, такая фигня, на бошку у него упала, а. Охренеть, блядь. Да, вот надо будет, блин, аккуратней, бдительней. Внимательней, так сказать. Может, конечно, уже не сидеть идти. О, вот, походу, она и библиотека. Да, получилось прикольненько, конечно, серия, но очень короткая. Это, конечно, жалко на самом деле. В принципе, ничего страшного, следующая серия будет уже прикольная. Думаю, длинная, имею в виду. Каждая серия по-своему уникальная и прикольная, это правда. Реально. Тут я, не, как говорится, не стринжу, так и есть. Идите вы нахрен, демоны. Получается, в библиотеке я зашел, да? Ну да, вроде бы она и есть. Получится, да, если так судить, то по карте. Подождите. А нет. Нет, я еще не дошел. Он сейчас серия еще не завершена. Я думал, типа уже дошел. Ну да, ладненько. Черт с вами. Я честно даже рад, что миссия не завершилась еще на самом деле, а. Честно. Надо будет потом этой пушкой купить новый патрончик, я имею в виду прицел. Чувствую, сейчас веселуха будет, а. Обычно с такими. С такой музыкой. Что-то будет сейчас, а? Ничего хорошего, правда, не будет, а. Блин, сука, ты меня сзади обойти, а? Ты такой бессмертный, еб твою мать. Есть. Вау. Да сколько ж вас тут, а? Сука, не потом закончится, а? Дальше идти, а что потом реально закончится. Да, стыдная пушка, я, конечно, не очень мастерский. Владею. Охренеть, сколько же вас тут, а? Интересно, вы бесконечности будете идти, пока я не выйду отсюда, а? Ого, Мельник, ты где? А, Мельник со мной. Опа, спасибо, Мельник, реально вовремя пришел. Блин, сука. Блин, зараза, ну твою же налево, блин, так все хорошо было, меня кокнули, а. Блин, так все хорошо было, я гасил, стрелял, убивал, тут, блин, лоханулся, а. Твою мете. Маленько, теперь я буду готов, а. Тут прикольненько, Мельник на помощь не придет, а. На самом деле, это реально прикольно, а. Демоны эти летают, писец, еще те ублюдки, а. Все, противогаз меня разбил, мудак. Маленько, скорее всего, библиотека вон там находится, вон она, я так думаю. Вот, или это библиотека, честно говоря, понятия не имею, где библиотека находится, а. Скорее всего, это больше, мне кажется, вот эта библиотека. Сука, где ты? Где ты воешь? Реально не вижу, где ты воешь. Откуда ты первый побежит? Откуда вас? Вау. Охотник на страже, а. Ого, видели? Он сквозь это прошел. Ебать, конечно, игра. Меня удивляет, да? Так, Ваня, как, где вы? Где вы, ребята? Ого. Сколько же вас там, я уже вижу, блин. Да хренище здесь бегут сюда. Ёб твою мель. Да, тут вообще реально помощь, да. Блин, гранат надо бы. Есть, я готов. Ой-ой-ой, поджег я его чутенько так, а. Мельник пока еще не пришел. Я сейчас умру таким темпом, а. Блин, давайте, давайте, суки, идите ко мне, а. Давайте.
я всех вот повожу нахрен на месте, а. Это точно ублюдки, блин, а. Вообще черных я знаю, что они неплохие. Столько раз они спасали мою жизнь, бля. Реально. А вот эти ублюдки, стражи. Это да, блин, еще те ублюдки. Да, мельник, да. Давай поможем друг другу, а. Приправильно сказать. Чтобы не погибнуть. Ёпта. Опа, еще пришел кто-то, а. Круто. На самом деле реально круто, а. Что-то стоит, а. Ага, круто, круг, окей. Подожди дальше, чтобы мне аптечку использовать, а. О, все, давайте. Мне правда патроны закончились, блин, на автомате, а. Или как это уже называется. Опа, патроны можно взять? Блин, спирт-то не вовремя закончился. Куда они пойдут, а? Сука. Ах ты ублюдок, а? Сука, это... Я твою же метил сколько можно, ну блин, ну три раза сдох, а? Ну пофигу, блин. Это обидно, что я сдох, почему? Что заново все, блин, а? Ну ладно, слава богам, что мы тут сохраним, на самом деле. Надо еще ключ найти от сейфа. Да. А то потом уже. Ну все, со всеми упырями разберемся. А потом уже ключи будем искать. Тут, да? Дайте-ка патрончики. Есть. Есть, сука. Ладно, думаю, это слово нельзя было говорить, но ничего страшного. Реально, прикольненько такая серия получается. Еще было бы, надо бы покороче бы, если я не лоханулся бы на самом деле, но... Это пипец на самом деле. Да я по поводу парил. Теперь их так очень-то хрена. Это капец, сколько река. Ладно, блин. Стража. Если забывать, что упыри, ты упыри, а стража это стража. Не отличаются от... Вы не упыри? Медь, а. Заели, а. Есть, давай, давай, давай. Блин, сколько аптечки я уже использую, а. Наконец-то. О. Вот ты где. А мы уже волновались. Помнишь, что надо делать? Нам нужно попасть в военные архивы, а не где-то под главным залом. Ладно. Хватит морозить себе пушки. Пойдем внутрь. Я же говорю, что библиотека вот эта. Ха-ха, я был прав. Ванька, подождите, а. Надо где-то ключ найти. А вот только где? А, походу, длительный ключ. По крайней мере, читать надо. Опа, хватит ворохать целого возьми себя. Ну вот, более-менее целый. Нет. За мной, ребята. Ну, подожди, подожди. Еще дай хоть полазить немножко-то мне. Тем более это найти, да? Ключ. Где-то здесь это должно быть, а? В этом месте. По крайней мере, я так надеюсь на это. Реально, ключ надо найти. Правда, где его искать, а? Ну, тут я без понятия, честное слово, где можно поискать ключ. Опа! А? Патрончики, конечно, на дробовик. Они на пистолет, но тем не менее. А вот ключ, блин, где искать, а? Тут я понятия не имею, но надо будет его попробовать найти. Хотя попытаться, конечно, а? Попытка не пытка. Может, в принципе, получится найти ключ. Но, честно говоря, походу, сейчас я его не найду. Потому что тут, блин, дофига всяких разных мест, и я понятия не имею, где можно, в принципе, его найти. Ключик. В принципе, на самом деле, время терпит, поэтому можно спокойненько полазить и найти ключ. Ключ реально найти нужно, мне просто, правда, очень мало патронов, а они мне в дальнейшем пригодятся. Вот только, зараза, где? Опа. А, страж. Охренеть выглядит, да? Я в офиге, честное слово, прикольненько на самом деле. В то же время, черта опасная тварина. Опачи, а это у нас кто? Правда, не написано, но какой-то важный человек, наверное. Или, может, писатель, я не знаю. Так, ладненько, может быть, в этом автобусе? Ну да, конечно. Тут же войти невозможно.
Да, вот охренеть. Вот все, ребят. Замутили, замутили, а ну-ка. Нет, даже забраться на лестницу. По лестнице нельзя, да? Да уж. Блин, я просто реально хочу найти этот ключик, а. В библиотеку пока не хочу заходить, а. Блин, может ключ это был там, а? А я помогал его. Блин, а. Только где он мог быть? Нет, ну тут, конечно, сомневаюсь, что он мог быть. Ладно, говорит, черт с ним. Обидно, конечно, что на самом деле, что я ключ не нашел, но... Блин, подождите, пожалуйста, ребята. Хрена я его найду, на самом деле. Тут везде можно поискать, полазить. И ключик такой красненькая фигнюшка, блин. Ее не так легко найти, а. Как бы это было бы легко. Если бы это было бы легко, я давно бы уже нашел. Опа. Хоть спирита я взял для себя, уже радует, а. Правда, на самом деле. Блин. Печаль, беда, конечно, что на самом деле я не могу. Эй, почему прыгать не могу? Что за бред? Не, смотри, 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 что я делаю. Я разбегаюсь, а запрыгать не могу. Типа камушек высокий, да? Получается так, что ли? И сюда пойти не могу. Блин. Да я в автобус залезть не могу, а? Да уж, офигеть, как... Во! Вот так лучше видно, да, сторож, а? Охренеть, на самом деле. Блин, я просто хотел ключ найти, а? И тут нигде его нету. Я уже везде полазил, где можно было полазить. Но нигде. Нигде. Я ключик не нашел. Пикнул прям руку сожрали, а. Он пытался бежать, но не успел, застрял. Да, вот уже. Да, тут... У меня впереди сука осталось 2 минуты, а. Да блин, ключик хотелось бы найти, а. Не нашел ни хрена. Блин, зараза, а. Вот реально, на самом деле, где этот долбанный ключ, а? У чувака нету, блин. Разумеется, блин. В принципе, я везде уже прошарил у кого-то машины, а. Нигде я ключ не могу найти. Там полазил, там тоже был. В кабине. В кабине ни хрена нету. Наверху, да наверх залезть не могу, да и тоже нету. Анька, чё с ним, без сейфа останемся, без ключа, Саша, а? Так, честно говоря, хотелось на самом деле мне, но найти ключик, но я понятия не имею, где он. Поэтому думаю, посмотрим библиотеку, это же будет, так сказать, серия будет завершаться, а? То всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки, увидимся, или еще не увидимся, а-а. Нет, новой серии, Анька, еще не прощаемся. Данила, стой на трёме. Мы с Артемом пойдем проверим зал. А, нет, еще серия не завершена. А. Если только завершена, не могу понять. Сейчас поменяю перета. Данила, Данила. Береги себя. Артем, иди за мной. А, нет. Противогаз нельзя снимать. Демоны! Твою медь! Артем, Данила! Скорее сюда! Фух, блин, вовремя, а. Ебать, мы еще не едем. Долго нам не продержаться. Понял, понял, все, серия еще не завершена. Я думал, что серия завершилась уже, блин. Вот всегда я не вовремя говорю, то есть всем спасибо за просмотр, а. Блин, зараза. Ладненько. Вау. Чёрт, у меня так одна пушка из глушителя, а? Поэтому думаю, глушитель не будем брать. Да, надо речь все делать. Наши ребята долго не потянут, правда. Блин, ну опять же сейф, а. Да, да. Так ключи хочу найти, ребят. Я понимаю, что вы там недолго не подюжите, да? По игре, если сделано, вы сможете подюжить, да? Просто реально хочу... Найти ключ хотя бы один, одного сейфа, ну блин, реально, два сейфа поставить, это уже будет не очень тоже хорошо, а. Это силище. Да, это не из-за силища богатырская. Ну, Аня-то, пойду я поищу вход,
Что не дела? Хрен на самом деле, а? Тут ты заходишь и ключик я совершенно не вижу, а? Не вижу ключик. Надо поровнее сесть. Опасно иметь слишком, ничего не скажешь. Патрон у меня только... Патрон только на пистолете у меня есть. Ладно, думаю, с дюжего. Так, обычай. Кто-то дверь закрыта. Твою меня что-то чувствует, там очень плохо будет дела. Не знаю, что это так не будет, но фиг, что растения живые. Вы что, отговорились? Офигеть. Не растения живые, ё-моё. Как же тут опасно находиться, на самом деле, в этой библиотеке, а? Твою же медь, а? Блин, патронов же нет, пиздец, печать беда. Я без патронов, понимаете, у меня нет патрончиков, я понятия не имею, что делать. Думаю, знаешь, как сделать. Хотя как-то так. Блин, ё-моё, я просто убить могу, да? Поэтому лучше так, блин, пройдись. Не, прикольненькая серия получается, блин, реально классная, блин. Ёб, студы, а. Давайте побежимся, а. Ух, сука ты, а. Совершенно не вовремя на самом деле ты упырь появился. Опа. Ну вот, на самом деле, ну потело газа. Ё-моё. Ребята, долго не потянут, тогда речь идет все. О, тут, тут прикольно. А вот и ключ от сейфа, есть. Есть. Тут одного сейфа ключ нашелся. Нет, потом что-то это от него, гнило. Так, сделай сразу, а. Ну вот, двоих сейчас зафигачил. Так, все, у меня больше нет патронов, поэтому побегаемся. Так вот, блин, пофигу, а. Я думаю, я нашел вход. Фигеть, я без ноги остался, чувак. Блин, что, сука, мелкая, а. Даже суки мелкие боятся. Походу, значит, реально жестко что-то будет, а. Последняя кривая. Граната у меня осталась. Так. Сохраненочка, отлично. Что-то мне не нравится, что здесь будет на самом деле, а. Совершенно не нравится, чувствую, что-то какая-то жопень будет. О, куда мне идти? Куда? Вот я спустился сюда, получается. Тут не пойти. Получается, обратно я выйти не могу. Блин, а куда мне идти? Сейчас я вот так вот. Вот, все, нормально сяду. Угу. Не, на самом деле, куда? Еще могу выйти, что ли? Нет, не могу. Блин, я походу застрял здесь, а. Я на самом деле, куда мне идти? Блин, ну серьезно. Серьезно, застрял. Куда? День открывается. Блин, побыл. Что именно? Все. Есть, я открыл. Ух, блин, вовремя успели, ребята, молодцы, а. Так, а где мельник? А где Данил? Никуда не уходи, стой тут. А, это Данил. Пути мы тебя заберем. Шутка. Сука, блин, убивающие растения, а. Опачки, спасибо. Еще чуть-чуть, и они бы нас в клочья разорвали. А ты хорошо поработал, Артём. Спасибо, спасибо, Мелик, я старался. А, последний выход запрещен. Да уж, блин. Теперь же деревяшка нифига не выдержит на самом деле, блин, а? Если демон прорвется, а? Это кто? Кто-то знакомый? Иди-ка глянь. Окей, окей, подожди, Мелик, подожди. Я, походу, теперь не вернусь, да, за сейф. Твою налево!
сука, да еще неубиваемая, блин. Противогазе ты об этом не узнаешь. Блин, шурки, вот ты юморист, блин, а? Никто не обделался. Зачем там немного камней не вложил? А так все пойдет, да? Ладненько, ребята, куда вам дальше идти? Да, так, получается, тут мы были, нет, тут мы не были. Ага. Окей, окей, сейчас только по тебе тебя поменяю. Вау. Пикник на обочине. Не знаю, я первый раз слушаю. Опачи, какой-то чувак зашел в сеть. Блин, получается, тут я полазил, потом как ничего такого не нашел. Ну да, тут в принципе ничего, может ключ найти или патроны. Надо внимательно библиотеку осмотреть. Не, серия на самом деле получается длинная, я думал, она будет короткая. Блин, вот полис была короткая, но я объединю, поэтому мне получится одна серия и будет. Так, получается вот так вот, так вот. Во! Вау! Не знаю, куда я пришел на самом деле. Но, думаю, надо быть начеку. Патроны меня не знаю даже где больше. Тут тоже надо внимательно смотреться. Открыть двери не могу, да? Ну ладненько, давайте хоть патрончики пособираем. Блин, тут дофига патронов добавил. Это у меня ни хрена нету, бля. Блин, и фильтр на самом деле, вау. А вот патрончики на пистолет мне очень нужны. Типа я поменял себе пушку, да. Просто зачем мне два оружия с глушителем, а? Не, для того. Вполне спокойненько. Хватит, я сейчас тут прикольненько хочу подсесть. Ну, честно говоря, мне сесть удобно, чтобы было. Меня было хорошо видно, но спина просто затекает сидеть, а? И поэтому я ворочусь. Ладненько, давайте быстренько сейчас обыщем библиотеку. Не знаю, что мы будем принимать тут ищем, но надо будет найти. Офигеть. Как же тут прикольно, а? На самом деле. Реально прикольно, но в то же время очень опасно. Московская библиотека. Ну-ка, паутинку могу сожечь? Нет, эта паутина не сжигается. Ладненько. Мне, кстати, понравилась 13 серии. Вот так вот с пушкой ходить, а? Одна руки пушка, другой зажигалка. Было прикольно. Ладненько, я сейчас думаю уже наверх подняться, потому что это логично. Нет. Фига с два, да? Итак, хрена с два. Ладненько, блин, как-то надо обратно вернуться. Только как? Я попадаю в такие места, где потом призываю, где найти выход. Тут я уже не залезу. А. Вот как получается. Блин, надо быть внимательнее, я даже не заметил эту фигнюшку, а. Отлично. Данила, пошли. Пошли, пошлите. А, я же Артём еще не Данила. Ёб твою медь. Что-то мне не нравится этот звук совершенно, а. Вот честное слово. Ребят, как вам, не знаю, но мне это не нравится. Сейчас вот я так присяду, вот, блин, как-то удобно хочется сесть на самом деле. А, вот так вот, чтобы меня было чуть еще лучше, короче, видно. Я, конечно, как криво сижу, но я стараюсь сидеть получше. Блин, да как же сесть? Димон, давай, не выехать. Это закончится когда-нибудь или нет? Ой, мельник, Господи, честно Боже. Тебе не могу сказать, закончится ли это. Хреново. Наверное, раньше это выглядело великолепно. А, вы по библиотеку. Библиотекарь. Библиотекарь? Артём, слушай внимательно. Библиотекари – одни из самых опасных созданий в этом мире. Если когда-нибудь, не приведи Господь, встретишься с одним из них, ни в коем случае не нападай. Но и убегать нельзя. У них есть одна особенность. Пока ты смотришь им в глаза, они тебя не тронут. Обернешься к ним спиной – тебе конец. Если они начинают нервничать, отходи спиной, не спуская с него глаз. А выстрелишь, вообще больше ничего не увидишь. Я уж мелик, ты меня напугал. Что делать? Пять демон, сука. Сука.
сука, блин. Данил, ты живой? Он все еще жив. Артем, я должен отнести его в полис. Прости, но карту тебе придется искать самому. Вот, схема помещений. Вход в военный архив находится где-то на первом этаже. Туда ведет дверь, в которую убежал библиотекарь. Мало времени остается. Скоро закат. Найди архив. Я вернусь, как только смогу. Удачи тебе, Мельник. За него. Живи, не умирай. Я пошел. Да уж, блин. Офигенно получится серия, конечно, на самом деле у меня. Аллея. Охренеть, блин, серия в такой уж жопочная получается. Ладненько, пойдем. Слава богу, что Данил не погиб, а? Я только совершенно не пойму. А, все, понял, куда идти. Особенность есть у этих гребаных библиотекарей, блин. Обычно библиотекари тихие и все такое, а тут, блин, наоборот. Блин, да уж. Серия, в самом деле, получится прикольно. Не знаю, почему, мне вот кажется, что я как-то... Я вот здесь сижу прямо, да? Да, прямо, а получается как-то криво. И вот сижу, реально, ровно спину держу. Понятия не имею, почему делается именно так. Блин. Не, фига с два. Я реально, на самом деле, сижу прямо. Честно, вот. Спину держу ровно. А получится так, что я сижу как-то в кость. Не знаю, почему. Библиотекарь не пошел бы так. Убегать нельзя. Надо смотреть только в глаза им. Нельзя поворачиваться к ним спиной. И убивать их бесполезно. Да уж, блин. Ну конечно не серия, блин. Во, я сейчас дверь сломаем, а. А вопа. Прикольненько, да? Опять эти тупые мрази. Ой, блин, не ту гранату кинул. Сука, не ту. Это меня точно, блин, спалят, а. В принципе, они в любом случае меня бы спалили. А все? Серия завершена. Я снова был наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. В прямом смысле этого слова. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки, увидимся в новой серии. Я не ожидал, что серия так быстро завершится, реально, ну да ладненько, а. Всем спасибо за просмотр, пишите комменты, всем удачи и всем покедова, паки-пока, и всем еще раз удачи, мои любимые зрители, подписчики новые, старые и будущие.